Всем добрый день! Чтобы рассада не вытягивалась и при этом не останавливалось развитие корневой системы, и также чтобы в дальнейшем это негативно не повлияло на урожайность культур, можно использовать одно удобрение. Это удобрение простимулирует развитие мощной корневой системы, сделает рассаду более толстой и низенькой, не дав ей вытягиваться. Удобрение, которое нужно дать рассаде, называется монокалиофосфат. Данная подкормка примечательна тем, что содержит в большом количестве такие минеральные вещества, как фосфор и калий, легко усваиваемые для растений в форме. Чтобы сделать подкормку, необходимо в 1 литре воды развести 3 грамма препарата. Раствор нужно хорошо перемешать, после чего и можно поливать рассаду под корень. Дать такое удобрение, чтобы приостановить вытягивание, можно на 5-7 день после всходов. В последующем повторять подкормку можно раз в 2-3 недели. На этом пока все. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.